только что прочитал в интернете следующую информацию. Запуск движения через Керченский пролив будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранс. Отмечается, что такая схема вызвана планами строителей Крымского моста ввести в строй его подорожную часть со значительным опережением. Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года. Отмечается, что грузовой и технологический транспорт строителей железной дороги строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части. Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны Таманского берега от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой Таврида. Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь-Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две полосы Тавриды до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Автостроители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае. Это такая информация для автотуристов, автопутешественников и для тех, кто собирается летом посетить Крымский полуостров. Так, продолжаем движение. Я думаю, вы смогли немного рассмотреть Славянск на Кубани, город. Который раз повторю, что мне очень так вот приглянулся, почему-то понравился. Прямые улицы. Ну, в общем, очень приятное впечатление оставил Славянск на Кубани. По карте смотрю, никаких особых достопримечательностей не видно, чему бы можно было привязаться. Поэтому почитаю пока ваши комментарии. Логин Real Time Car Travel написал: эх, отстает закадровый комментарий от видео. Да, вот я даже тоже не знаю, что придумать, как бы привязать максимально комментарий к картинке. Ну, стараюсь. Ну, а те, кто захочет, пожелает услышать реальный разговор в салоне автомобиля, реальную аудио сопровождающую дорожку, то на втором аккаунте видео Дорог 2 я чуть позже размещу это же видео, но уже без ускорения в реальном времени. Так.
Ох, впереди. Населенный пункт называется Анастасиевская. Очень большой. Он будет с левой стороны по ходу движения. Будет развилка. Мы уходим вправо, а прямо дорога ведет в Анастасиевскую станицу, по всей вероятности. Так, продолжу отвечать на комментарии. Real Time Car Travel Login написал 27.17. Обгон с выездом на встречку и засада ДПС. Сколько они денег взяли и сколько просили изначально? Даже не знаю, как сказать-то. Да, заплатил, но они открытым текстом запросили 500 рублей, но я спорить не стал. Хрен с ним, думаю, с вами, ребята. Ну вот, сейчас объезжаем Анастасиевскую. Она с левой стороны по ходу движения. Не знаю, видно будет на картинке на экране. Но по карте она не очень близко, не на трассе. В метрах, наверное, в 500 от дороги. Это объездная дорога Анастасиевской. Так. Real Time Car Travel написал также. Попробуйте такие нечитаемые файлы восстановить в программе регистратор в Ивер. Хорошо. Но я ее уже удалил, тот файл. Надо будет запомнить и установить эту программу. Благодарю. Благодарю за подсказку. Приму на вооружение. Да, логин Путник 81 написал. В вашем случае лучше двигаться по М4 до Краснодара. Затем по самому городу, прямо по Ростовскому шоссе. Так, сейчас я попозже, наверное, отвечу. Заканчивается ролик. Так, перекинулся на другой ролик. Ничего примечательного не вижу, опять-таки, вдоль трассы. Поэтому отвечу на комментарий Путник 81, логин. В вашем случае лучше двигаться по М4 до Краснодара, затем по самому городу прямо по Ростовскому шоссе до большой развязки, на которой уходить на ближний западный обход на Славянск на Кубани. И дальше двигаться по Р-251. Есть много двухполосных вставок. Дает скидку. Ссылку на для наглядности. Но учитывайте, чтобы не попасть в час пик на Ростовском шоссе Краснодара. Так. Но учитывайте, чтобы не попасть в час пик на Ростовском шоссе Краснодара. Если уходить с М4. Если, блин, я так читаю, конечно же, извините, ребята. Если уходить с М4 возле Кореновска на Тимошевск, как в этой серии, то только в ночное время там будет свободно. А если уйти с М4 на город Азов или в районе станции Костяковской и далее на Каневскую и Тимошевск, теряете среднюю скорость, особенно летом. Там постоянно ловят ГИБДД, плюс проезд по Тимошевску. По городу Тимошевску теряете время. Я думаю, автотуристы, автопутешественники оценят эту подсказку.
оценит этот совет, и я рассмотрю этот вариант, ну, уже в другое время. Вот кратковременная остановка на заправке Коржевска, города Коржевска, на объездной дороге города Коржевска. Прилегает впереди он вплотную к трассе. С левой стороны можно будет что-то рассмотреть. Сейчас двигаемся по Краснодарской улице. Напомню, что город Коржевск с левой стороны по ходу движения. Так, ладно, пока стоим. Реал Time Car Travel еще раз пишет, что у вас часто комментарий к видео сильно отстает от изображения. Но, к сожалению, вот такая беда, да. Вот. Ну, кому интересно посмотреть, я говорю, вот, чтобы аудио было реально привязано к картинке, то на втором аккаунте видео Дорог 2. Но там это размещу чуть попозже. Еще надо будет обработать и разместить видео Москва-Кемерово, ну и затем Москва-Красноярск. Довольно-таки много серий там. Покинули город Коржевский. Город, поселок, станица, город, наверное. Впереди довольно-таки оживленная инфраструктура. С левой стороны Красный Октябрь, с правой стороны Светлый Путь Ленина. Поселки, по всей вероятности. Но на карте, конечно, лучше видно, впечатляет. Достаточно много домов, названия улиц. Так, я иду к комментариям. Путник 81 логин написал: в этих краях окончание названия населенного пункта заканчивается на Ая, это станица. Если И или И, это хутор. Во как. Я этого не знал. Ладно. Благодарю за подсказку. Ставлю лайк. Real Time Car Travel логин пишет: ох, и намучились вы со стеклоомывателем. Да, дружище. Это... Вспоминаешь, муторно даже как-то становится, когда начинаешь нервничать, что съемка... Впереди город. Ограничение 60. Что качество съемки от этого страдает. Да, очень неприятный был маршрут вот на этом участке. Впереди город. Ограничение 60. Так, ну позади остались Светлый Путь Ленина. Впереди у нас Курчанская. Станица Курчанская. Следуя совету Путника 81. Станица Курчанская. Ну как. Дорога идет и через станицу, но навигатор повел по объездной дороге. Значит, сама станица будет с правой стороны по ходу движения. Довольно-таки крупная станица. Ну, трудно сказать, сколько домов посчитать. Но несколько сотен, я думаю. И поля вокруг. Ровные геометрические фигуры, прямоугольники, квадраты. Очень красиво смотрится, да, сверху. То есть за землей следят, землю обустраивают, землю обрабатывают. И отношение, я вижу, к земле очень уважительное.
Ну вот в этой части видео, в этом файле пятиминутном, объезжаем станицу. Она с правой стороны. Ну, не знаю, можно будет рассмотреть или нет ее. Я думаю, в таких станицах можно заезжать, приобретать продукты. Ну, будет возможность, как бы завершающий маршрут. Если будет из Москвы в Крым, то постараюсь проехать по Государевой дороге, заснять на видео и проезжать через станицы, города. Но это уже будет, если у меня будет как финишный или финальный маршрут, финальный заезд. Рано или поздно надо будет сходить с дистанции, но пока еще на трассе. Так, станица позади, и выезжаем на дорогу, на улицу, наверное, под названием 27 сентября. Населенный пункт с правой стороны. Ну, надо полагать, это продолжение станицы. С правой стороны вижу гладь зеркала озера. Называется озеро Курчанский лиман. С левой стороны поселок, отделение номер 2 совхоза Правобережный. Ну, впереди город Темрюк, крупная железнодорожная станция, река Кубань. В данный момент она впереди слева. В реку Кубань впадает река Казачий Ерек. Довольно-таки обжитой регион. Ну вот сейчас движение проходит по улице 27 сентября. Стыдно, я не знаю, что такое 27 сентября. Так, улица 27 сентября переходит в улицу Калинина. И мы уже, по всей вероятности, это окрестности города Темрюк. Ну, это вот центр, да не, ну не центр, а ну, в общем, на улицах уже города Темрюк.
правой стороны, повторю, большое зеркало озера Курчанский лиман. Ну а мы практически в центре города Темрюк. На карте видно, что параллельно. Впереди камера, ограничение 60. Дороги, по которой мы едем, а это улица Калинина, параллельно идет улица Мира, улица Бовина. С левой стороны река Кубань и железнодорожная ветка. Впереди мобильный пост ОПС контроля разметки. Ограничение 60. Хорошая функция у видеорегистратора. Вот эта подсказка. Не всегда замечаешь знаки дорожные. Через Темрюк, город Темрюк, пересекает река Кубань. С левой стороны уходит направо. Проедем Темрюк. Я вернусь к комментариям, которые вы написали. Так, покинули город Темрюк, реку Кубань проехали, впереди станица Голубицкая, очень большая станица, она располагается прямо на берегу моря, станица Голубицкая. Пока двигаемся к Голубицкой, посмотрю. Так, АС006409 написал. Нормальной дорогой повел вас ведущий от Краснодара до Славянска. Такая же с короткими вставками по 4 полосы. Ночью и на ранней зорьке ехать гораздо быстрее и легче. Нет медлительных тарантаек. Кроме того, многие ограничения скорости действуют с 8 до 18-19. А вот в Краснодаре вам тяжко с местными джигитами пришлось бы. Все сплошные переезды, обгоны по обочинам в Краснодарском крае пасутся очень плотно. Чужие регионы даже... Неоднозначная ситуация, тормозят 100%. Грубить с ПДД нельзя ни в коем случае. На М4 огромное количество передвижных радаров, которые сгоняют спину. АС-06-409 пишет, от Ростова до Порта Кавказ 6 часов езды. Если ехать ЗЖМ,
то лучше через Азов. Если из центра, то через Батайск. С Сельмаша по вашему маршруту. Повторюсь, и в этот раз Яндекс вас не обманул. А летом, скорее всего, будет быстрее свернуть на северный объезд и проехать через Ростов на Азов. И далее Староминскую, Каневскую, Брюховецкую, Поды, Новоджерелиевская, Роговская, Гречанная, Балка, Новониколаевка, Полтавка, Славянск. Благодарю за такую вот детализацию, конкретную подсказку, совет. Я думаю, что автомобилисты, туристы, автопутешественники прочтут и примут к сведению вашу информацию. Очень ценная и нужная подсказка. Еще раз благодарю. Так, что у нас здесь? Ну, здесь объезжаем станицу Голубинскую. Я сразу прыгаю с одной страницы на другую. Вплотную подходим к берегу. Дорога, не дорога, погода вроде бы проясняется. Да, видно. Вот море с правой стороны. Местами голубое небо. Покинули очень красивую картинку с правой стороны по ходу. Я не догадался, нужно было слегка развернуть камеру вправо. А может и поворачивал, уже не помню. Так, впереди нас ждет населенный пункт Пересыпь. Ну, полотно дороги вполне приемлемое, неплохая разметка. Конечно, ночью в темное время, когда особенно еще идет дождь, я думаю, что не очень комфортно. Мы проезжаем пересыпь, улица Бондаревой переходит в улицу Южная. В поселке с правой стороны Солнечный берег, за Родину какие-то товарищества. Ну и сразу за... Впереди камера, ограничение 40. Сразу за населенным пунктом поля с левой стороны, справа море. Железная дорога проходит с левой стороны вправо. Но вот, к сожалению, нет дороги прямо вдоль берега. Иначе картинка была вообще сумасшедшая. Как, например, в Забайкалье железная дорога проходит по берегу Байкала. И на протяжении, по-моему, 6 или 8 часов движение идет по потрясающей красоте зоне. С левой стороны там леса, горы, а справа так, озеро Байкал. Вот участок совершенно. Да. Многие прилипают к окну в поезде.
такого привлекательного, так вот, населенных пунктов нет весь день практически, голые, весь световой место. День, если поезд идет в светлое время. Не голые, а поля. Поля впереди, значит, перекресток, соединение трассы А-290 с дорогой, по которой двигаемся мы. С левой стороны она примкнет к нам. И далеко впереди станица Фонтоловская. Крупная станица по карте, смотрю. Так, загляну в комментарии. Так, Александр написал: в этой серии Ростов-Арена, построенный к чемпионату мира 2018 года. Развязка, смотрю, нормально открыта на восточном шоссе на Батайск. А то летом проезжал, движение было организовано даже по парковке Ашана. Неразбериха была. Платный участок теперь платный. В прошлом сезоне еще не взимали плату. Триллер-пост, Цукерова балка. Какой-то ремонт у них. Строительной техники много. Ну, в общем, я извиняюсь за... Сейчас снова смотрю на карту особенности. Приближаемся. С левой стороны будет станица Фонтоловская. Читая, вы поймете, о чем речь. Погода, как видите, небо прояснилось, окружающая природа ожила, зеленые поля. С правой стороны далеко уходит железная дорога, и опять поля, поля, поля. Так, ну и я снова возвращаюсь к комментариям. Дмитрий Джи написал логин о жилетах. Телевизор, а также продавец жилета в магазине сказали мне, что штраф за отсутствие жилета, это разговор идет о светоотражающем жилете, что штраф за отсутствие или неодевание жилета пока не предусмотрен. Впрочем, теперь у меня в машине жилет поселился, чего я всем желаю, независимо от штрафов. У меня тоже жилет, но я его с собой не брал. В шкафу валяется. Но надо будет тоже перебросить. Так, с комментариев снова вернулся к картинке видео. Постепенно приближаемся к станице Запорожская. Кстати, насчет жилета. Я его, правда, купил лет 5 тому назад. Может быть, чуть поменьше. На спине надпись: «Взяток не даю». Как не даю? Даю, как и все. А даю с единственной целью — сэкономить время. Вот проехали станицу, с правой стороны железная дорога, к ней примыкает населенный пункт Красноармейский, и с левой стороны населенный пункт Батарейка. Батарейку видно с дороги. И зеленые поля.
Так, продолжаем движение. Это у меня уже по счету 23-й файл, 5-минутный. С левой стороны Динский залив, с правой стороны море. То есть будем двигаться. Ну, в следующей серии, 24-й файл, будем двигаться по участку дороги. С одной стороны водоем огромный, море, и с другой, и с левой стороны, и с правой стороны будут зеркала вот эти, моря и залива. За, как мы повторим, напомнить, Динской залив. Ну вот, чем ближе к Азовскому морю, тем, видите, вот Краснодарский край, зеленые поля, деревья еще не распустились, еще спят, но поля уже зеленые. Очень красиво смотрится из окна автомобиля. Вот в этот маршрут решили оформить паром не на государственной, а на коммерческий. Ну, это опять-таки ради эксперимента, посмотреть варианты, что лучше, что быстрее, что удобнее. Вот. Проехали место, где можно было оформить на государственный паром документы. И поехали к коммерческому пункту оформления. Пост ГАИ, пост ДПС, проверка документов. Сразу скажу, что не рекомендую пользоваться коммерческим паромом. Во-первых, расписание коммерческого парома очень неудобное. Там несколько раз, по-моему, в сутки он ходит, и долго дожидаться. Во-вторых, никакой разницы в цене практически нет. В общем, попытка переправиться на коммерческом пароме была неудачной. Вот, только теряем время в эксперименте оформиться на коммерческий паром. К сожалению, не видно. Вот временами только видно залив с левой стороны, но и немножко будет видно море. Прочитал недавно информацию, вчера, по-моему, в интернете, что на участке от Керчи, там, по-моему, до Ялты, уж сейчас не помню, прямо на берегу моря поставили железный забор непрозрачный, который закрывает вид на море. Не знаю, насколько это соответствует действительности, какой смысл перекрывать вид на красивое место, не знаю. Но, возможно, это фейк. Вот подъехали к этому пункту оформления, потеряли время, нас переубедили не пользоваться коммерческим паромом, только потеряли время. Вот. И
вернулись. Мое впечатление. Снять варианты через переправки через государственный паром. Но, кстати, все обошлось вполне удачно. Мы приехали, вернулись на место оформления на государственный паром. Ну и затем подъехали к парому. Были одними из первых в очереди. То есть прокатились несколько раз по этому участку. Ну, повторю, что вот в мае месяце уже, в конце мая вроде бы обещают запустить в эксплуатацию мост через Керченский пролив. Но движение будет только для легкового транспорта, железнодорожный путь и для грузовых автомобилей обещают запустить в конце года. Так что потоки будут разделяться. Потоки будут разделяться в этом году. Грузовой пойдет через паромную переправу. Ну, а легковой транспорт, автобусы, дай бог, с мая месяца, может быть, с июня, с первых чисел, начнется прямое сообщение с Крымом по мосту. Вот, прокатились туда, опять назад возвращаемся. Опять пост ГАИ. Ну, бог с ним. Как говорит пословица, для бешеного пса 100 верст не расстояние. И слева, и справа водоемы, залив и море. Да, если будет еще такая, например, возможность... Ну, это я на камеру пишу, для видео без ускорения комментирую. Если интересно, смотрите на аккаунте Видеодорог 2. Но это будет не скоро. Но оформление занимает мало времени. Очень приятно. Или нам повезло, что никого не было. Но судя по тому, сколько здесь разметок, сколько здесь ограничителей стоит, надо полагать, поток бывает огромнейший просто. И очень много времени, говорят, теряли. Ну, пока, наверное, еще и теряют на оформление документов. Ну, тут много кафе, магазинчиков таких мелких и так далее, и так далее. И надо полагать, скоро это окажется ненужным. Вот документы оформлены, и теперь двигаемся непосредственно
Морской порт. Морской порт Кавказ. Ну, это система, паромная система. Впереди пост ДПС. Ограничение 10. Еще какое-то время, наверное, будет действовать. Но что будет потом с паромной переправой? Ну, я думаю, люди придумают, что с этим. Может, будет паромное сообщение с Севастополем. Гаишники уже как родные встречают, уже даже не останавливают, в принципе. Впереди пост ДПС. Ограничение 10. Интересно, что они сказали. Туда-сюда мотаются. Ну, временами видно заливы и море. Сожалею, что в этой поездке не поехал по берегу моря. Вот. Ну, потому что напугали тем, что там сильные пробки, сильные заторы. Ну вот, много потерять времени можно. 30-й. Но нужно было, наверное, поехать. Это для ориентировки. Махнуть рукой на потерю времени. С левой стороны. Ну, залив. Как получилось, так получилось. Динский залив с правой стороны. Керчь, Еникальский канал. Два таких больших зеркала водяных, водных зеркал. Господи. Приближаемся к морскому вокзалу. Чем Датакам 6 меня не устраивает, то, что трудно рассмотреть, включен микрофон или нет. Просто сам по себе дисплей маленький, а микрофон там вообще какая-то точка. И если он перечеркнут, то микрофон выключен. И очень трудно вот в яркую погоду рассмотреть о том, включен микрофон или нет. На пароме я нечаянно, по-моему, отключил, сам того не желая, микрофон, и часть аудио просто пропала. Так, для ориентации это 31 файл уже идет. Вот тут повернули направо, через переезд, это на морвокзал, а прямо дорога была, это коммерческий паром. Это разговаривает дальнобойщики. А, вот, повернул камеру вправо, чтобы могли немножко увидеть. Керчь и Никайский канал с правой стороны. Переправа обозначена Е97, А290. Но это видео еще будет актуально какое-то время, ну, может быть, месяца 2-3. Ну а затем это уже все будет. Все это останется только в истории. Так что это видео для 32-й файла для путешественников. Вот эта часть видео, ну, вот мы на морозе, уже будет неактуально.
грузовики стоят отдельной очередью, для маленьких машин, для легковых автомобилей отдельная очередь. Проверка документов, осмотр автомобиля. Ну и становимся в общую очередь. Ну, здесь нам подсказали, что легковые автомобили могут идти без очереди. Вот осмотр автомобиля, это 33-й файл. Проверили. Ну и в очередь. Не знаю, размещать видео на... видео на пароме, где чая кормим, или нет, не знаю. Вот очередь разделена такими вешками. Да, встали немного не в ту очередь, встали в левую, мы бы уже были бы далеко впереди. Но все равно до отправления парома все успеют погрузиться. Четвертый файл.
руководят погрузкой на паром. Куда встать? Это ведущий меня припарковал. Положение определено. Это мы уже находимся на пароме. А? Просят проехать немного вперед. На пароме многие снимают на смартфоны. Я забыл выключить камеру. 7-й файл. Не знаю, что такое. Thank you.
Так, это 39-й файл. 36-й, 37-й, 38-й. Просто забыл отключить, положил в карман камеру и нечаянно отключил микрофон. Ну, я говорю, из-за того, что не очень удачная конструкция управления датакамом. Вот. Ну, вот что-то пытался заснять, такие моменты интересные. Файлы 36, 37, 38, наверное, удалю, потому что там видео нету. Ну, в кармане, что он может снимать в кармане? Следующая серия начнется, по всей вероятности, вот, с парома. Ну, наверное, буду без ускорения эти файлы размещать, чтобы могли более, что ли, комфортно рассмотреть переправу. Много людей едут на работу в Крым. Ребята из Средней Азии. Ну вот, к сожалению, аудио отключил, сам того не желая. И на улице очень ярко и очень трудно, да невозможно рассмотреть. Это очень неудобная функция датакама. Ну, до следующей серии тогда.